Qual eu faço com a minha espada? У меня есть зелье скорости, хочешь, дам. Давай. Держи. Будешь быстро бегать. Марафончик, ёлка. Еще быстрее, как чарш медведя. Тим, ты тут? Ты говорил с Тимпом или нет? Готов? Приели. Сейчас доедаю. Глупые смертные, думали, что одолели нас. Сан Лейн, непобедимые воины и короля. Два хила идем, так что давайте набираем дистанцию нормальную. На первом вихре даже сакру. На втором вихре два гимна на отхил. Читаю всех пацанов, особенно магов. Вихрь разбежались, сакру. Ты почти никто урон не получил особо. Если будет Алдарам, я дам ему рост. Вихер второй сейчас будет. 50 за шариком. Спой гимн на ману пока. Поставил тотем. Хрель шарик. До сих пор не знаю принцип работы шарика. Где-то далеко, где-то не вижу, не могу достать по хилу. Сфера возле ворот. Мирил Прида, где ты там? Ворот, сфера падает. Сфера у ворот, сфера у ворот, сферу поднимите. Зрел Прида, прожми глыбу, на тебе 17 стаков, или ты не видишь? Скачай ДБМ, что ли? Ворот падает сфера. Станция набрали вихрь, сейчас будет. Блять, опять упал этот рудак, заебало. Второй раз, сука, перед рейдом хожу, вообще не падает. На ком нет боя? Бесовая на хердруху или креста. No. Воятель кого-то надо? Напылить воять? Олег, может, ДЦ поищешь? Я аспект не шука. Давай мне воять. С камня пока побудь. У Олега там... Олег, я возьму воять, ладно? Да, да. На, за половину 389. Не, я не возьму его за половину. Я его так могу взять. Не, он не может.
Давайте мне небескольцу, да? Просто так его дашь мне? Воятель, кому-то надо еще с 10%? Просто так воятель кому-то нужен? Корова. Ну просто так мне нужен. А за 0 ГП. Но тебе локом точно не надо. Хотя я отдавал типам за половину, они забирали. Сейчас как-то нечестно будет отдавать просто так. Ну, пускай распыляет тогда. Мне она не нужна. Смысл мне варить, а мне уже скоро шем будет. Дурачок. Чем вот это? Воятель, предбисовая пушка. У меня глора есть, а до шема 12 сколько осталось? Такими темпами ты их будешь 2 года тут собирать. Прошу, бери за 10%. Ну да. Если бы Олег вначале, когда я ему написал бы, поставил очередь, то я бы уже давно был в шем, а не случайно там бегал. Ты вроде есть в очереди. Я? Ну-ка, блядь, давай-ка взглянем. Где я там? Угу. Где можно глянуть? Таблица. Так. Где вы это не пишете? Так. Что же, что ли? Ну, очередь на сколько? Так. Таблица исчисления. Правила получения. Что чуть. Да, удасился нету. Но. А я тебя уже давно просил. И не раз, чтоб ты мне очередь добавил. Как вообще в эту очередь попасть? Да, ретри, а там какая по очереди? Слышишь? А, ладно. Последняя. Почти. А как в эту очередь попасть на осколки? Квест сделать на шем. Есть у меня квест, есть все уже 15 осколков есть. Олегу, значит, написать. Олег, это кто? Это я. Короче, тут я смотрю, это очереди. Тут из играющих только Маковей, Макгрегор. Макгрегор, тебе есть шем? Нет. Макгрегор, получается, Ретри, Аудасиус, Ною, 5. Волшебная. И меня вообще, это Светодар. Волшебная, 6. Ничем собрал. Короче, 6 играющих людей, и вы что-то ноете. Пробуем. Я же еще. Поставь мне как-то на сколько, что куда написать. Я не ною, я тебя... А, у тебя нету ВК, да? Ты сделал шлем осколки? Поставь тишка. У меня 15 осколков уже собрано. А сейчас первый это Маковей, да? Вообще по очереди. Нет. Нет, он 110-й. Всем привет. Первый из играющих. Смотри, у меня нету ВК, но у меня уже квесты все сделаны, мне только осколки остались. 15 штук уже есть. Знаете, Ваф, на сову сейчас поговорим после ладно об этом. Дальше. Так что, воятель, дадите просто так, нет? Дайте ему воятель, зачем вы пылите? Потому что правила в гильдии такие, чтобы не создавать халявы, прецеденты и всего прочего. Блять, халяву до этого вчера шаману давали, а тут, блять. Тоже воятель дать не могут. А что шаманы давали, извиняюсь? А чему только не давали, там объекты, еще что-то давали. Я их тоже не помню. А запы кольчужные, да, которые носит только шаман и только он? Да, те запы, которые за половину отдал? Я да. Помню. Это халява, типа. Но я там его... скидывал мусор на хила, который не носит, и все. Ну я объект закинул, который его разрулили за половину, если что. Это там. Вот, кстати, да. Согласен с тобой. Бля, я еще без маны начал. Есть у кого-то гимн маны? Хоть и гимн маны. Да, фу, мана. Три инера за ним. Жесть.
А в идеале мне есть рейдер? Брат есть. Он же тапки забрал, чему уже находиться. Через неделю он уже в контакте. У него не вылом, он вообще срезал в этом времени. Даша надо. Людей по себе не судят. На первые взлетки, да, гимн на ХП. Сходите два гимна на отхил и прожмите сакру и рейндж наберите. Блин, мана заканчивается. Александр, уйди отсюда. Блин, мне уже некуда встать, вы все поломились, у меня маны нет уже. Есть еще гимн? Джерин, спой гимн на маны еще один. Джерин, у тебя есть гимн на маны? Да. Я тебе слил. Я понял, все равно маны мало. Возложение кидать пулевое. Что будет? Да все, все, я раздаю уже так за ним. Хотя, блин, 700 маны осталось. Есть еще и ХТ-шин? Давай. 15. Мы уже убьем. Кто-то имер залил уже. 148 кхп, смотрите на мишку. Есть обычный завоевать? Сейчас посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Обычно завоеватель или КД. Один хотя бы не два. Такой завоеватель кого-то, да? Забирал уже. Так, похильте пока без меня, я сейчас посмотрю очередь. Так. Ною, сколько у тебя осколков? 35. Слышишь, Олег, в конец очереди добавь мытью, я вчера и квест сделал. Мытью. Ага, хорошо. Так, утроп. Собрал шем, кто-то знает? Нет, еще. Еще добавь? Не собрал. Добавь, пожалуйста, Баранира, 15 осколков собрано уже. Не, не пиши. Не чате правильный ник, напишу туда. Написал. Это вар. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Однажды мы с тобой сражались плечом. Митя. Но ты оказался предателем. Иди. Ничем собрал шем, а Северус Снейп собрал шем? Нет. Тут еще есть Кратос Спарта какой-то. Ни разу не видел вообще в рейдах. Кратос Спарта. Северус Снейп остался сколько? Да, это какой-то Русвит. Тут ты говоришь, Макгрегор? 15 осколков, по-моему, осталось Северус Снейпа в линии.
А тебе сколько осколков осталось? О, у меня еще ебал. 44. 3-3, 19 осталось. 3-3, 19 осталось. Дальше. Жигулись. 19 осталось, это какой-то 30. Слышно меня? Да. К сожалению. Добавьте мне тоже, как огурчик. Я не помню, там есть, нет, а нет. Не, не было. Так, играет раз, два. Аутроп, кто-то собрал шем, кто-то знает? Он собирал еще, но у него там немного осталось. Раз, два, там, три. Три, четыре, пять, шесть. Короче, шесть человек, считай, что в очереди, которые регулярно ходят в ЦЛК. Ну ладно, 7 уже. И я 8-й. Просто не стою в очереди. Ну ты не ходишь в армию никуда никогда. В смысле, я по КД им хожу. Значит, не помню тебя за варом, ладно. У меня вар еще 6К только. Поэтому я герой его, ну как бы не уже в первую очередь уже писал тебе, что 6,4 плюс. Ну бог, как быстро слили трэш на 8 дрейф. На Вальке точно. Какой ЛПГ. Так, чат. Кучка много людей, которых нужно в ЧС закинуть. Сообщите о спаме, нажмите, короче, 25. Вот где, кого заспамить? Скрибл, шаман какой-то пишет про маму. И вот этот птаха тоже. Понял, сейчас сделаем. Сообщение, сообщите о спаме, охуеть. Ну за это час... Все, сообщил. За час мы-то можно дать. Киньте. Можем сейчас весь чат забанить, просто вот сейчас 25 человек будет. Сообщить о спаме, тупо всем. 26. DDoS атак. Поэтому эта система вообще как-то не очень. Я помню, так тут людей СБГ кикали постоянно. Да. Может на хилов зайти и быстро Вальку похилить? Ретри. Эршан могу зайти. Шустрый. Если Джерин даст Эршан, могу за Эршан зайти. Джерин, ты дашь мне Эршан? Я на одном колонке с крестом могу дать, зайдешь. Я вот. А не, сиди. Почему РПД? Я РПД 18К давал в пятницу. 18К, учитесь. Ах, улипал. Что хулипал? Тебя он хулипал на КД? Нет, я его не дам, потому что он не мой. Ну то, ну ладно. КД не похил. Да, спека 7 зандроп. Здесь холи приз. Надо? Могу похилить Вальку. Спекайтесь. Мизантроп, привет, реминатор, спекайтесь. Банановая тоже спекайся. Так, Рейд хилят Мизантроп, Риэль, все остальные Вальку. Вот, рыба есть, кушайте. Короче, я исправил там список. QV. Сделал квест, кто-то знает? Да, сделал все. Да, он тоже в очереди. Почему у вас нет ВКонтакте? Это же удивительное место. Что ты говоришь? Я говорю, люди, типа, нет меня ВКонтакте. Типа, почему у вас нет ВКонтакте? Ты, блин, вещаешь из какого-то бункера.
Ну, плохо слышно. Это топовые типы в телеграме сидят. Тегеране сидят. Тегеране. Типы какие-то в Тегеране сидят. На заниженной приоре. Судя по всему, магии нет на валике. Маги, повесьте магию, если не маги. Порталы. Как думаешь, рост давать? Думаю, да. А я думаю, нет. Нет, только 10 стаков. Пидоры, ответ. Давайте рост. А, я же шаман. Бы не захилить. Ну как, захилили Вальку? Давайте, если мы сейчас не захилим Вальку, то шамана кику из гильдии. Чё, офигели, я лучше в стаке собирать. Ты там только собирал, по сути, 20 стаков. Тупая, ротор, тупая. Кольцо на танка. Это все на офф ролит.
Прыгните за ним, да-да. Да ты первый там. Не, меня догоняют. Он цифры в блокнот записывает. А если бы все так играли Кальчурин, был бы целка полтора часа. Или час двадцать. Если два мишки танк. Так это, вас что-то путает все. А я не тот бой открыл. Это я изучаю, короче. Пайромак, я написал. ТК. Там сделано такое? Рейдку пойдем добивать сегодня? Пойдем. Так, я несколько минут бил. Олег. Да. Я на 2 минуты отойду. И. Слушайте, может кто два камня взял, пожалуйста? Я вам реги верну. Два камня тебе надо? Да. Ну, после рейда просто так дать. О, тут сейчас уже банановая стена, это кое-что.
Спасибо. Есть у кого-то фласка на танка? Зачем тебе, у тебя столько хп, блин? Сейчас будет кое-что дам. Жишка есть одна. Господа, фласочка у кого-то есть? Броню можно еще ставить. Дай обмен тем. Спасибо. Это может кто почту поставить? Спасибо. А, забыл поставить голос. Чё, третий этап? Дентроп, спекайся. Что? Пойдём в 5 хилов. Да, тебе в дерево. На банановый кинь. Альпич. Что? Ходишь на сходки гильдии в Минске? Меня никто не звал. А ты пойдешь? А что пить будем? Чачу. Там что-то пьют, но можно забрать. Сок виноградный. Водку там, наверное, пьют. Будем ну, если водку, то пойду. О, на тебе плюс один персонаж для сводки. Дайте инду. А чернила пить будешь? Нет, не буду. Если только заморское чернило. Нормально, да, не заведу купить. Тебе надо инвайтнуть беседу беседу гильдии. Попроси его своего друга Ага. Кирилл, мне там инвайт. Надо, чтобы кинуть инвайт, ты должен быть в друзьях у кого-то. Все, давайте заходим за линию, запуск. Я там в группе гильдии написал, кому надо инвайт, присоедините. Я вас закину в друзья, а потом инвайтну в беседку. И удалишь из друзей. Ну, он меня уже кинул, походу. Желание. Варенька ФКшит, что ли? Да. Минус ИП на Синдре. И все, ничего страшного. Кильте танка хорошенько. Пятяшка, сейчас три хила с определенной магией. Ваша шалкая магия!
здесь ваше вторжение не окончится! Никто не уцелеет! Метки вперед. Прятались. Звездочку. Метку, за которой стоим, не бить, бьем остальные до 200 тысяч. Слева падает, отбежали. Справа падает. Бейте метку слева. 280 тысяч. Слева падает. По центру 220 тысяч у нее. И справа 200 тысяч. Вера будет? На, зуба проделал. Что бы ты без меня делал? Играл бы дальше. Повезло, сейчас все хилы с освобожденкой ДД может дамажить. Хорошо, мне так. Тяжко сейчас. Беги, малышка, беги! В прошлый раз мы оставили 17,6. Сейчас минус 1 ДД. Сейчас что там будет? 19. Ну если б килька сейчас был бы, думаю, лям полтора надамажил бы, наверное, было бы еще меньше. Он бы 2 ляма надамажил. Что? Он бы 2 ляма надамажил. Тогда перевели бы. Дай на Элисандру сальву, снижение агро. Просто в инвиз еще нет, и все. Хили этот хих, танков, но не освобожденка пока. Паза пошла. На мне метка. Мелики отошли в РДД зону. Слить метку. Милики отошли. Метку не бить. Стали в ромб, ждем притяжку. Беги, малышка, беги! Слить метку. Макгрегор под босса. Милики отошли. Милики отошли. Дисрап, притворись мертв. Киль. Ничего страшного. Он сдохнет потом. Ничего страшного, два стака только на рейде, следующий под босса. Я все равно хотел заговорить всем вправо. Как огур под босса, прожми срезку. Встали, скидываем стаки. Макгрегор, ты. Любим. Под босса. Пойте гимн отхил. Боже. О, теперь Моравин. Беги, малышка, беги! Блять, отойти надо с этой херней. Под босса все метки. Манелтер, давай гимн отхил, прожми сам. Ант, метка. Ты
просто проблема с хилом сейчас была небольшая. Танка захильте, умоляю. Под босса следующую метку. Бананова под мимо Нелтера Фермак под босса. Милики отошли, он уже рядом. Милики. Ух ты, почти. Сливайте метку. Под босса следующую метку. Не, не под босса, в сторону. Под босса метку. Прожми срезку, Морвинд. Незыблемость, МС. Метку не бить. Бля, ну как ты вынесешь? Сейчас притяжка будет. Беги, малышка, беги! Бежали. Под босса. Бля, держи за хил, ёбаный в рот. Дали под босса. До босса бить надо. А, тут все в форме. Под босса, милики. До зоны. Капли какие-то. Какую-то хуйню дайте. Сука, гуси, блядь. Падаем. Там по КД тупо кто-то замораживался, это, блядь, ненормально. Не-не, а как вы замораживался, хуйня, как вы сдохли-то, блядь? От чего? Потому что их притягивало, и у них было лоу хп. На хилах освобожденка была. Хлопали. Ладно, без комментариев, короче, я зол. Я, короче, всегда под босса все несу и убиваться. Покажите дамаг по своим. Ну у тебя 268, у меня Нелтера 129, у Зерил Прида 123, Банановый 106, Фаермак 106, Фуриел 74, Мизантроп 57, вы знаете. Последняя рыба. У меня есть что есть, 8 штук. Бля, друиды, чё вы, чем вы занимаетесь? 2 ляма 800 от хил. Жёстко рейд проседал очень сильно каждый раз. Мизантропа буйного роста мало. Хотя процентаж одинаковый. Давайте бафы. Да не нужно будет на КД. Банановый 500 лям буйного роста, у тебя 500. Значит, ты буйный рост отдаешь какую-то единичную цель и выдавать в мили-зону. Круто! Все, погнали. Что там лич остался, да? Да. Беги! Надо подождать.
все окончится! Никто не уцелеет! Прячемся. Нормально. Не бейте метку, за которую стоим 144 тысячи. Ты развис? Чуть позже висни, сейчас посмотрим. На новое КД? Да. Вроде развис. Поклонский, забери босса, Войд, подними Applebox'а. Войд босса танчит. Сейчас он подойдет. Ну а я сейчас что сказал, забрать босса. Зачем за лишние вопросы задавать? Так, подымешь в это, килька в банке. Сейчас уже? Да. Беги, малышка, беги! Давайте варом, друидом бафы. Так, друиды. Ну ладно, я понял, на освобожденько. А что герму давали? Может, я забыл. Куда там? Уже сейчас взлетит? Да, 10 секунд осталось. Ну ладно. Ничего страшного. Блин, если бы дали в рост, наверное, бы перевели. Второй раз на мне метка. Так, клонский, хватаешь буса. По центру метку падает. Сука. Так, за все время игры, наверное, один раз упала бомба. Или два. Бананово поднимаем эгрегора. Еще 3 минуты. Так, на мне освобожденка. Хилы хинти, хорошо. Паза пошла, все, ничего не стакать. Только хилы стакают. Дисрап, давай под босса. Милики отошли. Центр под босса, дубовую кожу прожми. Почему ты, что ты там делаешь? Где твои спринты? Надо в кота прыгать и спринты взять. Метку не бить, притяжка. Беги, малышка, беги! А, у мизантропа еще есть БР, ё-моё. Давай под босса зарыл придыми. Подыми Макгрегора, мизантроп. Давайте метку. Давай под босса. Опять под босса, милики отошли, притяжка, метку не бить. Все хилы с освобожденной магией стоят, спойте гимн от хил пока. Есть поклонский прожим. Да, скинь. Как ледяная
Милики, отошли мне. Город до зоны. Давай под босса. Да танковый тут 3 миллиона. Ревностный прок, мухильте там. Метка в рейде. Блинкуйся, блинкуйся. Хильте сильно поклон с кого зерка. Давайте под босса метку. Пулбокс, если под босса, тоже пожалуйста. На нам пизда. Капли дайте на Поклонского, когда добивайте тут лям. Какой нахуй двух лям? 6 стаков в рейде. Хе-хе, сейчас добьем. Возложение киньте, если что. О, да. Да блядь. Ну давайте. Мы вас верим, молодцы. Пизда, две хилы. Молодец тоже. Что там по освобожденной магии? Покажите по хилам. 5 букады. Блять, ромал какой-то. Пламет. Есть. Маклей пресс. Да, на мне 8 освобожденных было. Фрель 7, банановая 6. Как огурчик 5, мизантроп 4. Ну, дроиды слабоваты. Е. Я не забуду твоей доброты. Да, шверсты так, Олег. Блин. Она уже точно не помню. На вов. Кому-то надо. Просто так. Кому-то надо. Да, мне. Не, мизантроп, 10%. Вы не хотите забирать бисовые вещи за 10%? Так, ну, я как бы... У меня второй спирт друид, а это на кота так. Не знаю, это бисовая на кота. Я понимаю, ну. А рыбку может кто поставить? Она Лара лично так хочу взять. Улича стоит. Рыбку съесть, да? Защитник. Пару минут. Так, ну тут уже я уже понял, что надо 4 хила идти. Ладно, СПК, Севердро, остальные в ДД. По станам. Я первого волны. Станить могу все волны, одну любую вальку на выбор.
Прыжблат, кружок, маковей, ромб, поклонские трусы, первая валька. Первая волна валь. Вторая волна валь. Вот, кружок, лень, ромб, трусы, как огурчик. О, как огурчик, заходи на Иршамов 3, похилим бананом и вдавай в сову. Что ты говоришь? У меня саму пекется. Да. Джерин, что говорил? Халипал, ну типа на лечом лучше, чем Иршам. В таком сетапе нет. Может, здесь... Я могу идти на... Шамана, ой, на Холи Паладина из ДЦ, захилить весь рейд полностью. Нет, Дим, я вообще почти не... Я просто говорю, что я в два... Да не важно, можешь просто щитовать, я просто буду поднимать рейд. В прошлый раз я Холи Палом обхилил всех на 6 миллионов. А, ты, наверное, забываешь, что у тебя Валанер в комнате, да? Да, и он прокает офигенно, класс. О, как огурчика нету Валанера. Вторая, четвертая волна, кружок, да? Да. Чик на пол. Пиэль диспелит чуму. Бля, 20 человек не выпило настоев. Слушай, я отдаю эту самую шею, а вы сюда еще что? Сними ХП. Ты чё, блядь, курился? Шея навара, блядь. Да, блядь, что один, что другой обкуренный, блядь. Да я просто так сказал же, мне оно не особо, мне оно вообще вертеть не надо. Если катан, не жалко, катан, пускай дает. Набисывай на катан. Так у него и так два спека, там сова и дроид. Ну я просто кота так, чуть что, собираюсь третьим спеком. Но когда это будет, я фиг его знает. Ну передай следующему паролу Акма. Бананова, ты готов? Акма это кто? По классу. Да я что-то посмотрел, но мне не надо. По статам говно получается. Так, там не на раз был. Ладно, я запускаю. Проклятие. Дисрапт, вешай проклятие на лича. Перед первой фазы. Ладно, Фенсин остается у меня, пускай задействует. Прибыли наконец, хваленные силы света. Мне. Могу там иннер лить, когда босса не бью. Не знаю, когда в комнате, наверное. Да, кинь сесновойда на второй фазе. Security никто не будет лить, пока в команде все. Дайте крик на ХП сейчас. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать твои отчаяния. Ты потом это когда о чем-то? Послужит доказательством моей безграничной мощи. Да будет так. Не, лучше до переходки, до второй переходки. Два тотема. Серьезно, что подкатилось потом на третью фазу оба. Хотя, ладно, я скажу. Милики ловушка перебежали, РДД в звезду. Чума. РДД перебежали.
Гелики ловушка. Дисраптор на сечу. Таймер сбился немного. РДД перебежали. Ловушка. Мелики ловушка. Второй шарпящий. Чума, одну секунду. Фаерман, чума, блинк. Блинк. Где блинк? Диспел. Канка диспел. 4. Да, вижу. Перебежали. Все, давайте все на край. Эскейп полечу. Побежали к порталу все. Добивайте. 3 секунды, чтобы добить без ловушки. Отошли от ловушки. Не будет ловушки, нормально. Так, Джерриан, давай гимна ману. Ставлю тотем. О, какой хитрый Джерриан, а? Видели все? Капец. Кто еще Иннер не заливал звезде? Даем Иннер. Рейндж набрали. Надо рейндж набрать. Все хилы и РДД. Слишком большой урон. Отведи дальше духа. Можно СС на Войда кинуть. Уже. Крак, если хиль ворону исцеление Войда, когда я там что-то говорю, могу не захилить его. Последний дух. Все это видят? Что? Медведь танчит медведя, блядь. А, сверху подобить 50 тысяч. Пересты, о, не пересты, помогайте переступить шары. Стали в звездочку. Добили духа, все в звезду. Первый фрешблад, второй маковей, третий Поковский станем. Ставлю тотем на кух. Все, отошли с центра. Так, меня схватило, прожмись, хиль этого Войда. Я в Вальке. Через ромб играем. Осквернение 3 секунды, вышли с центра. Набрали рейндж, мизантроп, выйди. Давайте звезду становимся. Так, Войд, кружок, лень, ромб. Поклонские трусы в конце застанешь. На первых вальках будет осквернение, посквернение к порталу, весь остальной рейд к троллю. Вышли. Кружок играем. Через кружок играем. Все вальки слить. Можно гимн на ману дать? Рано. Трусы залить. А ты пела гимн на ману? Нет. Ну, давай пой security тотем на ману Джерри на КД. Так. Ушли там, где звезда стояла. Килька в банке, осквернение. Звезду встали, сейчас будет вальки. Звезду становимся. Фрешблад, маковей, поклонский станем. Ставлю тотем. Давайте. Через ромб играем. Осквернение 5 секунд. РДД хилы вышли с подваль. Кружок долить. Трусы. Отлично. Так, 5%. Осквернение. Значит так, станем вали и переводим лича потом. 8 секунд, давай. 3%. 2%. Веди к звезде лича. Все, стопайте по личу сейчас. Станы вальком переводим. Все, все на край. Прожми сакру пока по-клански, пока не добежали. Три хила все-таки.
Атакинеры звезде. Отдавал Саку? Да. В комнате с Хашком удачи. Секьюрити. Давай, Инер. Второй дух вылез. Давайте в кружок. Я просто считаю в комнате. ДЦ считаю, да. Да, все верно. Считаю в первую очередь магов, локов. Все, играйте во второго духа. Вот Shadow Resist стоит. Хорошо. Бейте следующего духа. Не надо вихрь кидать. Зачем это делать, если люди кливают? Не то нажал, Сэм. Все, понял. Добивайте кружок, следите за игрой. Звездопад в комнате. Давайте звездочку. Бежали в звезду. Уничтожить короля Лича? Вы не должны оказаться во власти. Мастер Кавер, прожимай. Иначе, как и я, будете навек порабощены этим клинком. Стоим звезде впереди бомбы. Бежали. Так, добить кружок. Кружок на меня почему-то идет. Сейчас я умру. Джерри, откадешился, Гим? Да. Сможешь сейчас петь? Давай, пойки ставлю ты темп. Отошли все с под духов, бейте лича. Так, духи спустились. Сквернение выносим. Кто это такое? Как лучше не делать. Чешка хд, юзай ты. Давайте звездочку. Чтобы вершить суд над Артасом, чтобы уничтожить короля Лича. Не должны оказаться во власти ледяной скорби. Иначе, как и я, будете навек порабощены этим проклятым клинком. Три волны валик было, что ли, или чё? Да. Портал. Все к порталу идем, духи спустились. Все к порталу. Вернение, не восквернение, заходим. Поднимайте воду. Стой, быстро, у меня камень. У меня камень. Сейчас заберу. Да, дайте бафы по воду. Сквернение 3 секунды. И духа спускать. Ну, зона сквернения. Выйдите со сквернения. Инеры есть, звездочки? Из комнаты выйдет. Чаржнулся просто в 10 духов, блядь. Дайте каску по медведям. Чтобы вершить суд над Артасом, чтобы уничтожить короля Лича. Вы не должны оказаться во власти ледяной скорби. Иначе, как и я, будете навек порабощены.
Поклонский, ты видел эту хуйню? Я там их хлопнул штук 10 сразу, походу. Ну там 10-5 штук. Надо будет детали смерти глянуть. Отошли к порталу, люди спустились. Есть гимн на майне. Уже не... уже. Я пока не могу использовать эту способность. Ага. Сомнений нет. Ну-ка, смерть. Вы величайшие герои Азерот. Сука. Вы преодолели все препятствия, которые я возник. Раз, два, три, четыре духа. По 20, 24, 27, 1028, 1023, 1028. Сгорели в пламени вашей ярости. Блять, за мной дух. Сука. Да, можно. Ты привел сюда лучших воинов. Книги тогда за инс полностью есть. И в меча. Как я и рассчитывал, тебя следует наградить. Тебе влеча сейчас толинкнуть? Да. Сейчас. Покажите отхил и избыточный, и такой. У тебя 10894. Сколько рейд длился? 2 часа 15 минут. И ты станешь первой жертвой. Понял. Тупо вайп на Сандрея. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу. Напрочь. Разбить эти оковы. ТП мы же на этих персонажей, правильно получаем? Да, правильно. Секурити, ну как хилить медведя, нормально? Невозможно. Возможно. Тебе лич ответил, знаешь. Бати Тартас! Твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни! Как обычно хилится. Ну все, значит, Мишка заебись. Ничего не делал, не знаю. Жрец, я свободен. Все кончено. А, это я чаржнулся в духов. Быстро слег, блядь. Там, короче, он кастует призыв новых духов. А я в них чаржнулся просто рывком этим, да, медвежьим. Четыре духа, типа, хлопнулся. Как лев пред агнцами, и не дрожат они. Не ведом страх. А так, если что, у меня КД стана 30 секунд, стан 5 секунд. Могу станить, ну, каждую волну, короче, кружок там, или ромбик, или трусы. И надо будет просто 4 стана распределить, и все. Не знаю, что ты так не сделал. И там какую-то постанил, не помню уже какую. Блядь. Если бы я сейчас... 96. Сейчас бы я с обычкой... А ты забрал вчера? Взбиватель. Нас. Ты выше на терен. Сейчас скажу. А, ну да, а не терен. Ты ж не родишь. Банановый.
Банановая, тебе ГП кидать, потому что ты написал, что ролишь на эту типку. Кто это за параша? Приель выигрывает, значит. ПРМ 4.25. Охуеть. Ретри, ты полипала ролишь? Да. Нет, а, да, спик. А, ты на мейн ролишь? На лов. Мне же тоже все на лов ролят. Нет, Фриэль на мейн. ГЦ. Вот так вот, учитесь. На оф. Я на оф на ходе приступ. У нас опять никто не выролит. Конь. Да ну нафиг. А у тебя, кстати, Олег, кто вообще основа? Уже нету основы. Не, ну первого перса ты кого качал, когда... Он удален. Да? Паладин, Бибоп. До этого ты вообще где играл? В Атлантисе. В линейку до этого. Ну да. За Альянсом. В Квейк. Доллар. Линейка это отстой. Там, блядь. Молиться. Да, человек, который играет на ставках. В линейку тоже играет.